Друзья, всем привет! Все любят белые кроссовки, я в том числе. Но в процессе эксплуатации появляются вот такие вот желтые пятна, которые ничем не отмываются. Я вам покажу элементарный способ, как очистить их от желтизны буквально за 5 минут. Способ простой, ничего покупать не нужно, все точно есть у вас дома. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Первым делом я убираю шнурки, их тоже постираю, они пожелтели и там, и там. Потом слегка пройдусь влажной тряпкой, уберу загрязнения уличные, а потом перейдем к способу, который я вам покажу. Почаще смотрите на свою подошву, потому что смотрите, что я здесь обнаружила. Какой-то саморез. Его еще теперь надо вытащить. Нифига себе, как он туда попал? Так, нашла я что-то тут. Вот сюрприз. А теперь непосредственно то, что я делаю. Я беру зубную пасту, старую зубную щетку и средство для мытья посуды. Тазик какой-нибудь. Выдавливаю зубную пасту. Много не надо. Добавляю туда средство. Перемешиваю. И начинаю наносить в тех местах, где подошва пожелтела. Вот здесь вот. Вот здесь вот я не смогла очистить. Я не знаю, как работает это средство, но все убирает на ура. Потом в конце видео вы увидите результат. Я наношу везде, по всей подошве. После этого смываю при помощи воды. И все. Это обычная вода. Просто смываю то, что я нанесла. Посмотрите на разницу. Это я уже почистила. Это пока еще нет. Вот эти вот непонятные пятна, они тоже хорошо убираются. Вот таким вот нехитрым способом можно почистить белые кроссовки. Простой, доступный и экономичный способ. Друзья, как вы чистите белые кроссовки? Напишите, пожалуйста, под видео, будет очень интересно. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.